Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев. И сегодня в прямом эфире встреча в рамках Лиги Нож нас ждет. Это Санта-Клара против Порту. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Оттавио. Есть партнеры в атаке с ним. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Если... Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев. И сегодня в прямом эфире встреча в рамках Лиги Нож нас ждет. Это Санта-Клара против Порту. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Оттавио. Есть партнеры в атаке с ним. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Если... Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев. И сегодня в прямом эфире встреча в рамках Лиги Нож нас ждет. Это Санта-Клара против Порту. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Оттавио. Есть партнеры в атаке с ним. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Если... Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев. И сегодня в прямом эфире встреча в рамках Лиги Нож нас ждет. Это Санта-Клара против Порту. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий? Вот, честно говоря, у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Оттавио. Есть партнеры в атаке с ним. И эта атака завершается свистком арбитра. Слишком поторопился игрок. Офсайд. Если... Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев. И сегодня в прямом эфире встреча в рамках Лиги Нож нас ждет. Это Санта-Клара против Порту. Какие у тебя ощущения насчет сегодняшнего матча, Георгий?